Концерт Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай» надолго останется в памяти казанцев. Каждый выход его артистов на сцену яркий и самобытный. Были один год в Германии. Замечаем зрителей. Один человек очень, ну, на кресле. И он присутствовал на концерте. Потом второй концерт. Они не в одном городе, там небольшие города. Переезжаем, и он везде присутствует. И было удивительно и приятно. Он то есть вот так воспринимал. Через год, если я не ошибаюсь, коллектив поехал в Голландию и видит опять этого человека на концертах. Вот так вот воспринимал. На протяжении 28 лет, а именно столько, существует удмуртский коллектив. Они выносят на сцену подлинные образцы народного творчества и воспитывают в слушателях любовь к аутентичному искусству. Уникальная манера звукоизвлечения, богатые колористические находки. Все это артисты черпают у носителей традиций, бабушек из глубинки. Коллектив ансамбля не только бережно сохраняет традиции культуры удмуртского народа, «Айкай» доказывает, что фольклор может звучать очень современно. Недаром коллектив славится своими экспериментами в области синтеза жанров. Мы работали как-то на День Победы, у нас был концерт большой, посвящен 70-летию, по-моему, тогда еще, да. И мы работали с молодым человеком, который читал рэп, а мы параллельно пели свои фольклорные мотивы. Кроме семейно-бытовых и календарно-обрядовых постановок, зрители увидели и промысловый фольклор. Целый цикл календарных обрядов в нашей программе представлен. Это и летние обряды, и промысловые обряды зимнего цикла. Каждый артист «Айкай» – и танцор, и певец. А музыканты играют на множестве инструментов. Вот он пример синтетического артиста, которому подвластны все творческие стихии.